Всем привет! Недавно я проходил СВП, и как оказалось, некоторые станции меня провисают. Одна из таких станций была горизонт на стоялках. Сегодня покажу вам, как я его качаю. Начнем мы с лонжа. Будем делать из упора поднимание в горизонт ноги вместе, потом обратно в упор поднимание в самолет. Следующее задание – поднимание из упора в горизонт. И последнее задание будет просто удержание горизонта на максимум. Теперь мы пришли на брусья, тут будет два упражнения. Из угла в курочку 10 раз и 20 секунд курочки удержания. Что такое курочка, вы сейчас увидите. Следующее упражнение будет планка и наклон. Держим все по минуте. Пойдем в стоялки, я сейчас возьму. Так, ну, что мы сделаем? Мы поставим сначала сюда стоялки. Логично. Вот, и будем сейчас вам показывать, как качать горизонт. Теперь мы берем стоялки, будем делать... Сначала отжимания на полу с коленей, правильно, вот чтобы спина была округлена, ну и все зажато. Потом делаем такие же отжимания только на стоялках и уже не на коленях, а на носках. Погнали. Заключительная десантная станция будут горизонтальные на краю коня.
20 подъемов и 20 секунд удержания. Это была моя подкачка на горизонт. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.